1 сентября в Одинцове капитально отремонтируют детский сад номер 65. Ход работ проверил депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков. В учреждении запланирована реконструкция системы отопления и вентиляции, пищеблока, музыкального зала и медицинского кабинета, а также замена окон и дверей в ремонтируемых помещениях. Работы только начались. Сейчас мы здесь находимся на объекте в детском саду. Здесь вообще, на самом деле, работы начали всего лишь 5 дней назад. И, конечно, сейчас в самом разгаре идет демонтаж старых конструкций. Уже идет подвоз всего нового оборудования. Я надеюсь, что все будет сделано качественно и в срок. В рамках проекта «Единая Россия. Новая школа» Дмитрий Голубков также проинспектировал ремонт в Одинцовской начальной школе номер 1. В учреждении ведутся работы по ремонту вентилируемого фасада. В ходе проверки у парламентария были замечания по установке ветрозащитной пленки. Она местами не прикрывала утеплитель, что не соответствует стандартам ремонтных работ. Для устранения недостатков претензию депутата направили подрядчику. В школе, где мы были, проводится облицовка фасадов, их теплоизоляция, оборудование вентилируемого фасада. Внешне, опять же, выглядит все культурно, красиво, но то, что, как говорится, под капотом, должно быть не менее профессионально и эстетично, с тем, чтобы, значит, была полноценная работа сделана. Работы выполнены на 70%. В настоящий момент ожидают поставку плитки, чтобы завершить облицовку здания. Сдача объекта запланирована на конец августа, а с 1 сентября обновленная школа откроет свои двери для учеников. Полина Толмачева, телеканал «Одинцово».